Памяти земляки, воины-победители. В преддверии предстоящего праздника на здании железнодорожного вокзала состоялось торжественное открытие мемориальной доски герою Советского Союза Михаилу Андреевичу Маренкову. Это событие происходило в присутствии официальных лиц, работников железнодорожной станции, студентов и школьников, а также родственников героя. Собравшиеся пришли для того, чтобы увековечить память и вспомнить о подвиге своего земляка. Михаил Маренков принимал участие в боях на Курской дуге, под Прохоровкой, под Белгородом, в 1943-м в битве за Днепр. Командуя 5-й батареей 127-го противотанкового артиллерийского полка, бойцам Маренкову удалось подавить огонь двух вражеских минометных батарей, что дало возможность нашему танковому подразделению и минометной бригаде переправиться через Днепр, отразить несколько вражеских атак и продержаться до прихода основных сил. С помощью лейтенанта Маренкова был разведан путь по почти непроходимой местности для боевых танковых машин. За это в январе 1944 года наш земляк был удостоен звание Героя Советского Союза. Михаил Андреевич закончил свой боевой путь в Берлине. После окончания Великой Отечественной войны Маренков в течение 20 лет работал на железной дорожной станции Белореченская. Город Белореченск – город теми земляками, которые внесли значительный вклад для того, чтобы мы с вами могли мирно трудиться, радоваться жизни. Нужно беречь тот хрупкий мир, который есть сейчас у нас. Открытие мемориала Михаилу Андреевичу должно служить нам всем напоминанием, всем о Михаиле Андреевиче, о всех участниках Великой Отечественной войны. Пусть служит памятью. Мы все должны понимать, что все поколения, его поколение, чуть позже я, особенно вы, их учащиеся, мы все обязаны жизнью этому поколению. От лица нашей семьи, от внуков, от правнуков, благодарю всех за память подвига моего отца. И пусть этот мемориальная доска будет как символ всем солдатам, как благодарность для всех, всем, кто прошел эту войну и кто победил.